Здравствуйте, дорогие подружки, гости моего канала. Долгожданная распаковка сегодня у нас в программе. Ну, кто любит распаковку начальную, вот смотрите, кто не любит, может переместить видео там вперед на 20-30 секунд. И мне пришли две такие вот коробки. Одна — это второй заказ, потом я посмотрю. Начнем с первого. Значит, у нас первый заказ. Я не ожидала такое огромное количество товаров, что мне придется. Я там опять, наверное, сбила неправильные каталоги. Сейчас проверим. В общем, такие истории случаются со мной иногда, как вы видели в прошлом видео. Нет, я не вижу здесь лишних каталогов. Здесь у нас просто объем из журнала основного каталога по продукты из 5 средств. Ну вот, мне пришел следующий аутлет. Кому интересно, мне пришла брошюра и даже две. Ну, вообще им всех вкладывают по две. Так, значит, дальше у нас фокус. В этот раз не забыли. Каталог февраль. Вот. Каталог январь, фокус точнее, это который мне не пришел в прошлый раз. И, значит, здесь у нас новинка, это, по-моему, должен быть 3 марта, да, это 3 марта. Так, ну что, поехали со средствами.